Фуксик, сделай одолжение, поспи за меня. Скажи, на работу поедем вместе. У нас такое благолепие. Жара отступила. 30 градусов исчезло. Сейчас, наверное, градусов 20. Облачка, прохлада. Ой. Балдеж. Да, Фоксик? Сплошное наслаждение быть на улице. Благолепие. Такой вот у меня тут шикардос. И пионы. Кто-то что-то пилит. Черная смородинка начинает потихонечку утемняться. Да? Утемняется. На работу. Сосед приехал на своем трехтопахе. Леденцовый леденец. Там. Не помню, был какой-то мультик про леденцовый леденец или не мультик. А у лилипутика ручки словно лютики. Я должна была работать в банке. Такая важная, важная. Цветуёчечки мои потихонечку приживаются на бревнышках. Все хочу снять и забываю. Такая забывашка. А тучки-то у нас опять, по-моему, дождик нам несут. Водичка — это хорошо. 20 градусов и водичка — это очень хорошо. Приеду и покажу вам, какая у меня красивая капусточка завязалась. Геометрически правильно. Вот кому скажи, что сейчас без 7 минут 11 вечера или ночера. Светло, как днем. Птички устроили какие-то догонялки. Ой, летают, летают. Вот. Вот там где-то. Там светло-светло, с другой стороны немножко потемнее. Вот что значит норвежское лето. Это я, загнанная лошадь. Правда, сегодня был очень приятный этот самый сюрприз. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Чуть-чуть посижу, отдохну, потому что сегодня... Был приятный сюрприз, зашла посетительница, сказала: «Здравствуйте, Оксана!» Я обалдела, подписчица оказалась. Спасибо, очень было приятно, так прям, вот. Она меня не ожидала увидеть, и я не ожидала встретить подписчицу. Вот, но я не об этом. Кстати, хочу сказать большое спасибо. Вы мне прям сегодня очень так помогли на работе. Хорошее настроение было. И несмотря на то, что было огромное количество этих страждущих, жаждущих, которые хотят пить, есть, писать и все остальное. Я сегодня, не знаю, столько было гамбургеров. Но такое ощущение, что я давно не это самое, не было такого. Сейчас будем считать. Так, это пицца. И было 5 пицц на меня одну. Представляете? Так, ну да, это 5 пицц. Или даже 6. Так, не помню. 5. Так, ну что, считаем гамбургеры. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
будет у нас 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. У меня было такое ощущение, что я сегодня сделала 30 бургеров. 17. Это тоже рекорд. Обычно... Не знаю, сколько там обычно. Ой, мама дорогая. Где-то между 5 и 10. 5-10. 17. Может, я что-то не это самое. Блин, а целая куча. И куча мужиков голодных. Голодных. Откуда они? Не знаю. В общем, вышла из... Вышла из дома. Вышла. Так, это у меня эти таблетки для поднятия боевой и политической. Поднятие боевой и политической. Где-то было. Где там была вода? Воды. Я чувствую себя, выходишь с работы, как верблюд после долгого перехода. Вот, вода. Сегодня еще это самое. Так, опять лизнула себя. Бокрык рта. Ну и вообще, соленая, как этот. Наверное, Мертвое море может позавидовать. Ой, сейчас хлебнем водички. Я люблю вот эту воду, потому что она минеральная и содержит кучу всяких там катионов, анионов, годов, чижиков, пыжиков и все остальное. Я по формулам не знаю, но вот магний понимаю, натрий понимаю, хлор понимаю, кальций понимаю. HCO3. Не знаю, что это. SO. Серная какая-то, оксид серы, что ли. Ну что такое? HCO. Нуль? Или если как-то так. HCO. HCO3. Вот это не знаю, что это такое. Хлор какой-нибудь. Ну, в общем, очень хорошо жажду утоляет. Плюс все эти минеральные соли, которые вышли, пополняет. Вот. Ну что, поехали смотреть геометрическую правильную капустку. О, это рыжая тарантайка. Рыжая моя тарантайка. Встречает. Привет. Привет, тарахтелка. Привет. Привет, вечно голодный рыжий кот. Вечно голодный, такой голодный. Такой самый, что ни на есть голодный рыжий кот. Что-то там скорая помощь прям с проблесковыми едет. О, и вторая, надо же. Может, авария какая? Да. Ладно. Узнаем позже. Пошли смотреть эти правильные геометрические капусты. Вот. Вот она. Это самый большой, что у меня есть. Экземпляр. Положа руку на сердце, я даже предположить не могла, что у меня начнет расти капуста. Представляете? Может, пока нигде не вижу. Вот. А хотя, о, номер 4, оказывается. Вот такие маленькие, красивые пупочки.
золотое сечение. Представляете? Прям золотое сечение в капусте. Нет, там нет ничего. Золотое сечение капусты. Кто бы мог подумать, а? Сидит умывашечка моя. Умывашечка номер раз. А он номер два. Водичку хлёпает. Да. Хлёпает водичку. Ну что, ты у нас красивый, Фоксик? Очень красивый. И скоро-скоро клубничка будет. Но она пока только цветет. Ну, хочется надеяться. Мои баклажанчики растут. Я шепотом, чтобы не спугнуть. Вот. Ну, это что-то как-то не знаю. А эти вроде ничего. Я чё, я ничего. Другие вон чё. И то ничего. Ну, очень такой фиолетовый, красивый. Красивые стебельки такие. Прям вот. Жизнеутверждающий фиолетовый такой. Фиолетовый. Это если по нему ударить, он станет фиолетовый. Да, полить вас может немножко. На ночь глядя. А этот. Всю водичку. Конечно, из ведра всегда вкуснее, да, тюфсик. Вот так вот. Вот так. Скажи, вкусная водичка. Скажи, там похлюпал, тут похлюпал. Вот, кстати, очень редко вижу, когда Фоксик пьет воду. А это водохлеб. Такой же, как и я. А еще у меня тут кое-что выросло. У меня несколько картошин было в холодильнике. Я возьми, да, и воткни одну. Она вон три ростка пустила. Так что у нас еще и картошка будет. Ух! Вот что я увидела. Сейчас покажу, может, оно будет заметно. В всяком случае, вот, вот тут, вот тут капелька. И, наверное, как-то вот так, наверное, можно показать. Капельки выступают. Наверное, потому что много воды. А может и нет. А, тля! Ух ты ж, зараза! А я и не видела. Так, товарищ, я не поняла. Ты почему только на этом? Давай иди на соседний. Ешь тлю. Нечего тут, понимаешь, ее расплаживать, расплодить. Или как там правильно? Ой, как красиво. Вот они. Вот прям... На кончиках водичка. О, как интересно. Я такого раньше не видела. На баклажанах. Вон, гляньте. Раз, два и три. Извиняюсь, что своим пальцем заскорозным показываю. Но я такого раньше не видела. А этот засранец как сидел, так и сидит. Ни вам здрасте, ни мне спасибо. Засранец же. А вот огурчики. Вот этот попёр наконец-то. А, ты зараза! Не гляньте. Только прошли дожди и все. Появились эти гады. Скользкие. Кш. Блин. Вот это запулило. Вон оно. Так, все. Нету его больше. Вот он. Красавец какой. Ой, и здесь красавец. И ты красавец. А ты, я с тобой разговаривать не буду. Понял? Ну, эти вроде так сидят чуть-чуть. Помидорчик пошел. Здравствуйте, укропчик. Здравствуйте, укропчик. Мы сейчас вам отстрижем маковку. И растите дальше. О, красивый. Красивый. А пахнет. Я просто ему даю больше шансов. Чего ты там? Чего ты там
Где ты там? Где ты там, грязный этот? Мау! А где ты, мау? Где ты, мау? А где ты, мау? Где ты там? Вон ты там. Давай заходи в этот самый. В тепличку. Давай. Мау. Давай заходи. Мау. Ну тут я тут. Заходи давай. Так. Помидорки наконец-то. Попёрли. Попёрли помидорки. Это хорошо. Паприка. Видно, я всё-таки мороз прибил. И она пытается. И никак не... Не да, это самое. Нет, не прочухается. Ладно. О, ты, я не поняла. Ты тоже, что ли, любишь укроп? О, ты засранец какой. Не, ну вы гляньте. Молодежь, понимаешь ли. Да, Фуксик? Я купила мяту. Хочу пересадить. Так. Чтоб не показывать смертоубийство. Пошаркаю ногой. Вот такая мята. О, не тыля. Не тыля. Раз. Тыля. Два. О, вот они, заразы. Вот они, заразы. Вы только посмотрите. На мой любимый, на укроп. Куда ты сунешься? Тюсик. Давай заходи вокруг. Тюсик, ты где? Вон, смотри, Фоксик тут сидит. Тюсик, иди сюда. Иди сюда, мой засранец. Где? Где? Так, ну вот, здрасте вам. По моей картошке. Ново вылезшей прогулялся. Не, засранец же, говорю. Тюсик, объявляю тебе выговор с занесением. Ты чё этих гадов не ловишь? Ты же знатный огородник. А здесь у меня джунгли. Да? Из зеленого лука. В общем, как ни крути, но видно все-таки мороз их под это самое. Под дело они начали выпендриваться. Ну, этот вроде как ничего так получше. А этот, он один ствол выпустил, второй ствол выпустил, третий, четвертый, по-моему. Этот сидит вообще. Ни тебе здрасте. Да. А эти вроде бы ничего. Но это другой сорт. Это должен быть красный, такой длинный. А этот желтенький. Ну, тоже вверху шапка такая. Это два ствола. Этот тоже пошел уже во два ствола. Хотя он что-то завязывается. Вот он завязывается. Эти тоже в стволах. Ух ты, цветочки пошли. Это хорошо. Да. Ой. А эти какие-то помидоры гигиенические, как я их называю. Ой, как-то они называются. Где-то там у меня были. Ой, помидоры. Органические, мать их за ногу. Эти органические что-то наплодили. Зелени. И ни одного, даже как у ни одной зависти. Надо их будет почикать. Собака Баскервилей. Вернее, кот. Коты Баскервилей. Какие-то звуки странные. Страшно. А жуть. Фоксик. Вот эти мои фонарики горят. Помидорки прям кол... О, слушайте, вообще дождь прошел, и они как... И они поперли.
Даже несмотря на то, что я их поливала практически каждый день, они вот после такого этого ливня попёрли. Как будто их прям кто-то раз пинком под одно место, и они так пух. Напоследок покажу. Вот он. Первый. Ты мой Адам. Там есть еще маленький, но он такой, даже сантиметра в диаметре нету. А этот уже прям, о, прям настоящий пацан. Вот она, луна растущая. Красавица. Вот если к такой палочку приставить, и можно прочитать как букву R, это растущая. А если в другую сторону, как буква С, то это старая, то бишь убывающая. Мои преследователи, да, или последователи. Привет, привет, последователь. Только что нашла на нем клеща, зараза. Вот было сухо, не было ни клещей, ни этих самых, ни слизней. А тут на тебе, повылазили. Здесь вот нашла. Кого ты там потерял? Фоксик. Чё мой Фоксик? Фоксик такой. Ох ты ж, засранец такой. Скандалюжина ты моя. Вечно жрать хочется ему. И главное вот так вот за животик вроде взять, вроде как висит, да? А возьмешь, там ничего нету. Пустой животик. Пустой, пустой. Скажи, у нас тут быстро еда переваривается почему-то. Всегда тюсик у нас на коровок смотрит.